Всем привет, с вами ГГУ ТВ, и мы поздравляем вас с началом нового учебного года. И сейчас мы посмотрим, как прошел праздник у наших первокурсников. Поехали! Я желаю нашим первокурсникам терпения, удачи, успеха! Ура! Ура! Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, традиционно началось с долгожданной встречи первокурсников и их кураторов в дворе учебного корпуса. В первой половине дня – студенты колледжа, во второй – студенты Института изобразительного искусства и дизайна и Института социально-гуманитарного образования. Затем каждая группа вместе с волонтерами направилась в актовый зал, где все было подготовлено для первого знакомства и поздравлений. Тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Привет, Ульяна. Привет, меня зовут Серёжа. Привет, меня зовут Маша. Ульяна. Привет, меня зовут Иван Громков. Привет, меня зовут Алсу. Как прошло твое лето? Мое лето началось с того, что я уехала с родителями в Санкт-Петербург и отдохнула там. Потом сдала экзамены, и у меня был выпускной. Дальше я приехала в ГГУ, подала заявление. Посмотрела вообще расположение института, ну а дальше просто отдыхала со своими друзьями. Замечательно, выпускной, поездка в Питер, все супер. Лето хорошо прошло, много съездил, много чего сделал. Ну, я съездила на фестиваль, мы заняли 2 лауреата первой степени. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь театральной студией. Хорошо, интересно, с близкими людьми. Лето прошло в экзаменах, в переживаниях, в поступлениях, заселениях, в нервах. Делал так, чтобы оно больше запомнилось, что-то учил новое. То есть я не просто отдыхал, а занимался там немножко музыкой, нотной грамотой и вообще так наслаждался природой в деревне. Ну, нотная грамота летом, да. Самое то. А на какую специальность ты поступила? Я поступаю на юриспруденцию и право социального обеспечения. А почему именно на это? Потому что, ну, я долго на это, ну, об этом думала. И мне, в принципе, нравятся такие рода занятия. И я бы хотела в будущем стать тем человеком, который бы мог помогать обществу бороться с какими-либо проблемами, касающимися правоохранительной деятельности. Живопись, я очень люблю рисовать. Я поступил на специальность строительство и эксплуатация зданий и сооружений, потому что это интересная специальность, она связана как с технической, так и с творческой деятельностью. На социальную и культурную деятельность, потому что хочу этим заниматься в будущем. Я поступаю на туризм и гостеприимство. Ну, потому что год назад я узнала о ней, меня просветила моя тетя, которая работает тоже в этой специальности, поэтому я решила поступать. Декоративное прикладное искусство, потому что нравится. Я поступил на социально-культурную деятельность, потому что мне интересно работать с людьми и организовывать для них какие-то мероприятия, при этом, чтобы это было не банально и развивающе. А почему ты выбрала именно ГГУ? На самом деле, я очень много думала, куда поступить. Первое, конечно, стала Москва. Это Московский финансово-юридический. Потом институт «Синергия», но по моим друзьям, которые здесь учатся, они перешли на второй курс, они мне очень долго советовали ГГУ. Я решила сюда пойти, потому что у меня, во-первых, здесь есть друзья, во-вторых, недалеко от дома, да и, в принципе, удобное расположение территории. Ну и, в принципе, потому что ГГУ – самый лучший вуз страны. Потому что мне его зарекомендовали. Неудобно сюда ездить. Потому что это ближе всего к моему городу. Потому что были хорошие отзывы, у меня очень много здесь знакомых и близко к дому. Потому что единственный вуз, который с творческими специальностями, который мне приятно. Здание от этого учебного года. На самом деле смешанные чувства, потому что переживаю очень сильно то, что новый коллектив, новые знакомства, новые педагоги. Но в планах то, что все пройдет супер, я сдам сессию и все будет супер. У меня большие надежды, и я думаю, они оправдаются. Хорошие ожидания, я планирую научиться много новому, потому что в школе было плохо достаточно. Вот. Я надеюсь, что меня здесь научат. Ну, я думаю, будет весело, очень весело. Жительное желательно. Высочай. Я хочу найти новых друзей, узнать что-то много нового и желательно, чтобы это можно было применять и развиваться при помощи этого. Раз.
два, три. Ура! Раз, два, посмотри на меня. Давай, давай, двигай телом, как я. Ну же, давай, тут не надо ломаться. Это танец кита, супер танец кита. Раз, два, посмотри на меня. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нашими обновлениями. Всегда ваш с любовью, ГГУ ТВ.